ждут, мои хорошие. Идем, идем. Так, взяла новую такую коробочку для них. Пойдем, пойдем, пойдем. Где еще одна такая моя любимка с галстучком? О, уже нет даже и коробочки с водой. Да что ж ты будешь делать? Что за человек такой, а? Вон она. Идем сюда. Ой. Вот коробочку вон туда оставила. Тут-то как бы за стенкой. Ну, вот так вот не хотят люди даже минимально помогать ничем. Ну, такие котятки, к сожалению, все на месте. Никого не забрали. А у белого хвост все распушается и распушается. Какая-то порода присутствует. Я не знаю, как она называется. Знаете, есть котики. И хвост такой большой-большой идет. Красивый такой. Какие-то они там, не знаю, как называются. Ну, классные котятки, чистенькие. Нет тут никаких болячек, ничего. Вот у белого прям такой... Такая шерстка прям классная. Да и у черных, посмотрите, как прям лоснится. Вот, вот такие классные котята. О, по возрасту, я не знаю, по возрасту, наверное, месяца 3-4 где-то примерно вот так вот. Я не знаю, я так навскидку там вспомнила, когда там, ну, маму уже месяц назад мы стерилизовали. Ну, плюс еще там. Как раз тот возраст, который можно брать, уже особо не царапаются. Умненькие такие котятки. Так что, друзья, давайте, помогайте всем, всем миром, да, называется. До холодов, может быть, мы и пристроим кого-то. Ну, а что делать? Сосед, он даже, видите, воду убирает. Они-то прячутся там где-то во дворе. А что делать? Я туда точно заходить не буду. Это чужое. Ну, а дальше что? Что с ними? Не знаю, не знаю. Жалко. Хорошие котята. Я же говорю, вообще не больные, ничего. Вот твой глазочки чистые. И нигде ничего у них нет. Я прям вот, прям вижу. Ну, не бойся, не бойся. Боится немножечко, да. А вот белый не боится, смотрите. Белый не боится. А ну-ка, дайте я попробую посмотреть, кто это. А ну-ка. Ну-ка, боже, какой ты приятный. Какой ты приятный, да. Ой, ну я не знаю, ребят. Но мне кажется, что это кошечка. Мне кажется, что белая кошечка. Вот такая красотка, красотка. Значит, белая кошечка. Мне все интересно. Ай, она боится, вот это кто. Мне кажется, тоже кошечка. Маленькие всегда кошечки такие бывают. Иди, иди, я не буду трогать. Иди, кушай, кушай. Вот такой вот корм для котят заканчивается. Ну, куплю еще. Упало вон две штучки. Даже вон там вот муравьи едят. Видно, нет? Короче, кормим всех. Кушайте, мои хорошие, кушайте. Дорогие друзья, кого интересуют детки, пожалуйста, обращайтесь. Звоните мне. Я даже, ну, рассмотрим вариант привести как-то что-то. Но только в ответственные руки. Не так, что если какая-то проблема возникнет, вы сразу куда-то там на улицу выкинете. Да, не мое, даром досталось, она больна или что-то еще. Визуально я ничего не вижу. Визуально. Хороший волос, глазки чистые, там все, никаких пятен, никаких там лишаев, тьфу, ничего нет. Пока нет. Пока. Что будет дальше, я, ну, не могу сказать же. Я кормлю вот кормом. Ну, кушают они у меня два раза в день стабильно. Вчера вечером, правда, я не приносила. Был сильный дождь у нас, поэтому они попрятались. И куда мне было поставить, некуда было поставить. Поэтому я даже не приносила. Допоздна прям дождь был. Вот такие котята. Обращайтесь, друзья. Давайте поможем еще одним прекрасным деткам обрести дом. Классные. Причем скажу, что вот эти вот, которые без породы, да, они вообще беспроблемны. У них и лоток всегда на 10 с плюсом. И когтеточка. У меня у самой кошечка такая с улицы. Средняя дочь шла.
И под дождем такого маленького-маленького, несчастного, страшного, страшного в плане того, что был мокрый, кошечка наша. Мы стерилизовали, живет она сейчас у нас там на даче у бабушки с дедушкой. А по зиме домой забираем обязательно. Так это умнейшая кошечка, умнейшая просто. Кому кошечек, котят, обращайтесь. Хорошие котята. Дай Бог вам найдем дом котятки.